Сомалийский, в танка. 4Т4 есть у тебя, Путя? Я еще не купил, последнюю шмотку не сделал, только три. Три танка, 5-й пати хилы. Чек на пул. А, я хил. Добрый день. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Войт. Красен спрашивает друга его взять без 30-го левела Лема в гильдию. Чё мне ему ответить? Кто танки? Кроме сомалийского. Стюрка. И стойте в лужах и снобольдов заводите под боссов. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Забить в огне стоишь, кукач. Снобы-то залейте. Вон еще люди стоят слева, посмотри. Разморозь людей там. Схиливайте людей с токсинок. За стенку его повернуть.
чё вы дальше бьёте? Вот вопрос такой. Бейте. Бейте. Хорошо. Если вы сейчас отбежите, то убьете. Как повезет. Должны убить. Хотя от черепа все уходим. Все, убили. Все чудовища повержены! Чё лежим, стоим, заходим. Мне нужна цель. Можно и фубар поменять? Ой, ну зад, по-моему, залагал. На месте стоит. Император, ты тут? Да, чего? Хила, ты видишь, что ты в пятой пати? А, все, сейчас будет. А, электрошаму. Кем бы инстанция? Или... хорошо. Все три... А может я в ШП тогда? Нет. Сейчас, окей. Спальте боссу. Три шамана. Малькет. И
Малике, друидов нет в пате. Как мы тебе дадим лапку? А, китайскую? Ну купи реги и сам бафы. Самое главное диспельки стаки за одну секунду. Все вместе. Или молния ваншотнет пол рейда. Портал и вулкан надо убивать. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус, элитарский повелитель пылающего легиона. На тайну зад. Отводи. А на ФК стоял. Повезло. Отъехал в улиге. Минус один. Понял, а где ДЦ? Так он вылетел. Еще перед полом сказали, что он лагает, на месте стоит. Электрошамо, слышишь меня? Да. Давай, пожалуйста, ты когда стаки будут, только ты нажми два раза на Порш, пожалуйста. Просто я все 10-1 сам снимаю. Как ты 4 снимешь, чтобы они быстрее спали. Хорошо. Thank you.
перед вами Джараксус! Да вы чё, блядь? У нас 4 танка на Джараксусе, понимаю. Видите. Отойди, босса. Стаки, диспель. Играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и застиг танка. Турнир продолжается. Привет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью.
Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Застик квадрат. У тебя треугольник. Сомалийский крест. Экструка ромбик. Первого убиваем звезду. Второго ханта кружок. Буду контролить Виби. Черепок, остальные Локи и Мак. Опа, это у нас все еще нет. Центр притянет звезду Микстурка, а в рейд отъехал. Давайте в ДЦ. Даю чуть. Хорош, блядь, а хорош. Понимаю. Дохилился. Thank you.
Бабл. Подойдите, пожалуйста, пустите там. Дай тиндер по императору, пожалуйста. У меня проберни. Друидов нет, здорово. Ну, гимны есть. Гера, диспел дайте. Бычью голову, давай на ману читай. Понял. Ну все, шаман страдает. Понял, я спектр, короче, ДЦ. Но через секунду начался пол. И хиллбот не заполнил. И в итоге я ДЦ с раскладки буду поставить. У тебя одна кнопка. Вот иногда бывает забывает. Ну как-то стало. Не забывает, он дает. Он через 3 секунды запоминает. Там, если ты жив, есть ищет. Холи, прости, есть же щиты, нажимаешь на щиты. Так хуёво настроил этот бот. Я тыкаю, типа, у меня на ЛКМ стоит в цель взять игрока, а потом уже на любую кнопку тыкаешь, чтобы не ебаться с этим хилботом. Вы сможете пройти. О, все, бой прошел, у меня запомнился. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые ветры. Раздавака, вставай. Пусть состязания начнутся. Блин, только не пуляйте, дайте ману отпить. Да, и да, дайте каску, пожалуйста. Турка правую, самониски левую. Кроме ути, кто еще шары будет давить белые? Серпиступ. Бетхилейна. Так, Виби. Кликач. Или где-то темный клыкач ближе к темному порталу.
У тебя там к стенке. Перевести босса. Зачем вы черную взяли? Женка не спасла. Светлая воронка, значит, надо под светлой находиться. Зачем вы брали черную сейчас? Бля. Атмосферу убили. Может, Геру? Нет. Приводите время. Тебя оценили и признали ничтожеством. Зачем вы сейчас взяли белую? И зачем вы до этого ее взяли? Че было? У вас же есть, наверное, ДБМ, и не оповещает же он о том, что надо... Там сферы убили. Полрейда убили сферы, просто они врезались, и все. Сейчас куча трупов лежала с белыми воронками, никто не менял ничего. Там один лежал, дохлый стрел. Майский, сделай портал, пожалуйста, до Варанта или куда-нибудь. Держи. Спасибо. Еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Какой-то шмут. Ёб твою мать, ГЦ! ГЦ, брат! Димон. Спасибо. От души. Просто луч.
Ну, это типа не та серьга, что мне надо. Можно мне ту шнягу, которая обхэнд? Какую? Там обхэнд упал. Как у тебя ник? Майский. Вот это? Да, да. Машина. Король понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем... Все, удачи, ребят, спасибо за рейд. Пока. Счастливо. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание.